Задостойник – одна из разновидностей богослужебных песнопений в составе евхаристического канона православной литургии. В качестве задостойника могут служить различные песнопения, например, ирмус или тропарь. В русской богослужебной традиции это обычный ирмус девятой песни праздничного канона, в греческой традиции существует отступление от этого правила. Название – свое название задостойник получил благодаря расположению в каноне. Согласно типикону, он поется вместо богородичной песни, поскольку первые слова этой песни звучат как «достойно есть». Постепенно сложилось соответствующее название «заплюс достойник». Использование используется вместо «достойно есть» по возгласии анафорина литургии, в следующих случаях – литургия Иоанна Златоуста, литургия Василия Великого, в Лазареву субботу, в преполовении Пятидесятницы, в день Адания преполовения поется его задостойник, а не пасхальный. Используется около 120 дней в году.